Всем здравствуйте, добрый день. Это наш первый репортаж в Крыму. И мы сейчас, наконец-то, спустя 2 недели, как сюда приехали, мы выбрались на экскурсию, или не экскурсию, но, в общем, поездка по достопримечательностям восточного берега Крыма. Это будет убойная приключенческая поездка на джипах. Как обычно, да? Мы любим на джипах ездить во всякие труднодоступные места. Куда? Сюда, назад. Что, мы готовы? А ремней нету? Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should have known better, but kept on trying. Time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good. Звездопад воспоминаний. 342 метра над уровнем моря. Вот он, как ты видишь, откуда мы с вами приехали. Вот Феодосия. За Феодосией заходит, видите, коса, это уже начинается Керченский полуостров. Вот он, Карадаг, потухший вулкан, Карадаг. А, вот это вот место называется Баракольская долина. Вот это вот Армут-Клубская долина. Баракольская долина образовалась за счет падения метеорита очень-очень много миллионов лет назад. Если мы с высоты птичьего полета посмотрим, вот он, кратер будет. Вот это вот будет кратер. Вот это вот гора. Гора Клементьева. Знаменитое место в мире. В каком плане? Здесь роза ветров. 3 независимых воздушных потока. За счет чего вот это образовалась вот эта вот летная школа. Королев свой самый первый аэродинамический опыт проводил именно вот на этой летной школе. Будучи здесь, он писал: мама, если бы ты знала, где я нахожусь и какие у нас здесь возможности в плане аэродинамических опытов. Так как Королев принимал непосредственное участие в отправке Гагарина в космос, и то, что мы отправили Гагарина самого первого, мировая космонавтика начинается с этого места. Мы так все считаем местные. Наша экскурсия, ребят, продлится вот тот город, смотрите, вот здесь под горой. Это современное название город Старый Крым. А в 13-14 веке этот город назывался Солхар. Это бывшая столица Крыма. Тогда не было ни Бахчисарая, ни Симферополя. Столица была там. Шелковый путь проходил через этот город. Кафа и Судак – это были порты Салхана. Я вам чуть дальше я вам все это буду рассказывать. Там мы посетим с вами святые источники, самые древние монастыри, самые древние мечети. Все это там. Сейчас давайте 5-10 минут на фотосессию. Just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past.
Через монастырь, через источник. На источниках обязательно попейте и лицо с руками помойте. Вот отсюда мы поедем кушать. Здесь находится 3 целебных источника. Раз. Там внизу 2 и 3. Вот. А вообще мы сейчас в армянском монастыре. Очень древний, 15 век, насколько помню. Вот, вот так он выглядит. Внутри потрясающая атмосфера. Вы сейчас все сами увидите, прочувствуете. Уникальное, красивое место. И действительно место силы. Сейчас я еще пойду умоюсь в 2 источниках. Такие виды.
третий источник. Где у нас третий источник? Третий источник. Здесь. А нет, дальше. It's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good. Это медресе, год постройки 1344 год. Медресе это духовная школа, в которой преподавали физика, математика, астрономия и духовное управление. Те, кто заканчивали это заведение, их отправляли на Ближний Восток, шейхи, падишахи и султаны. Инициатором постройки этого медресе был Джанибек Хатун. Реставрировал. Вот, в ее производство добавляли вот овчину. Ага. Шерсть овчины. Thank you.
Что тут находится на Ремансе, вообще, телезрители? Здесь ДОТ находится, долговременная огневая точка. Чья? Со времен Великой Отечественной войны, немецкая. Немецкая. Сейчас посмотрим точку.